Ярославец сгорел заживо из-за самогонного аппарата. Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье во Фрунзенском районе города. В квартире одной из пятиэтажек по проезду Матросова начался пожар. 63-летний хозяин отравился угарным газом и из помещения выбраться не смог. Его жену удалось спасти. По данным Следственного комитета, возгорание началось из-за неисправности самогонного аппарата, который был установлен на кухне. Мужчина спал в ближней комнате и задохнулся, так и не проснувшись.